В Лондоне состоялась презентация книги ректора Евразийского национального университета Ерлана Садыкова «Шакарим. Жизнь казахского поэта» на английском языке. Издание представлено британской общественности в Казахском центре мира и согласия в рамках Казахского фестиваля искусств. Он посвящен празднованию Дня Абая. Монография представляет собой анализ исторических, публицистических, философских трудов поэта. Стоит отметить, что имя Шакарима звучит в Британии не впервые. 5 лет назад знаменитый английский композитор, живая легенда классической музыки Карл Дженкинс написал одноименную симфонию. Ее премьера состоялась в лондонском Royal Festival Hall и завоевала признание ценителей классики Соединенного Королевства. В рамках нынешнего фестиваля были представлены произведения и других казахстанских авторов, среди которых книга известного писателя и драматурга Дулата Исабекова «Мы никогда не видели войны», посвященная 70-летию Победы, и сборник казахской поэзии. Организатором фестиваля выступила Международная академия Чингиза Айтматова, которая уже несколько лет проводит активную работу по продвижению центральноазиатской литературы, культуры и искусства на Западе. Сегодня действительно большое историческое событие в Лондоне, поскольку книга вышла уже на 4-м английском языке, и англоязычная публика получит возможность читать книгу о нашем замечательном философе, гуманисте, мыслителе, поэте, замечательном человеке, который создал великолепную науку совести. Мы очень счастливы, что эта презентация проходит с большим успехом. Я почувствовал сегодня дух казахского народа, который, пройдя через тяжелейшие испытания, все-таки сохранил веру и надежду в светлое будущее. Я был весьма впечатлен книгой о войне. Она очень проникновенная. Я знаю одно, что война не должна повториться.